Сержанты и старшины, жители и гости города Ивангород. Праздник Великой Победы, дань памяти и поклонения всем тем, кто отстоял свободу и независимость отчизны, будущее детей и внуков, знак единения всех поколений нашего народа, день высокой радости. 65 лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Но и по сей день не прекращаются дискуссии у нас в стране и за рубежом по поводу начала, хода и итогов войны. Горечь тяжелых поражений и утрат нашего народа, его вооруженных сил, раны, нанесенные войной, особенно в первые дни и месяцы, не могут оставить равнодушным никого. Молодое поколение нашей страны должно знать суровую правду о войне, ее героических и трагических событиях. Подвиг, совершенный нашими отцами и дедами во имя Отечества, не подвластен времени. Как безгранична наша благодарность вам, ветераны Великой Отечественной войны, за самоотверженность и героизм, проявленные вами на полях сражений и в тылу. От всей души желаем вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и счастья. Поздравляю вас с 65-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! Ура!